Дорогие друзья, добрый день. Добро пожаловать на канал Boston Technic. Меня зовут Иван. Я сегодня представляю вашему вниманию пропашную сеялку Amazon EDX 9000. 9 метров захват, 12 рядков рабочих органов для подсолнечника, для кукурузы. Посевающее расстояние 70. Здесь сошники для удобрений. Также рабочие стойки по 6 штук с каждой стороны. Объем бункера для удобрений 5 тонн. Также здесь все 6 рабочих органов в комплекте. И объем бункеров для высевания семян до 450 литров. Контроль высева осуществляется на компьютере. Норма высева также выставляется на компьютере по диаграммам. Здесь идут сошники для удобрений. Дальше пропашной сошник, прикатывающие колеса. И вот эти вот катки, колеса для регулирования глубины. Также все в комплекте. В комплекте все сеялопроводы. Сеялка полностью подготовлена к сезону. Готова работать. Продается исключительно по причине покупки нового большого 24-рядного посевного комплекса. Поэтому две 12-рядные сеялки продаются. Колеса здесь — это доп. Оборудование. Установлены дополнительно. Докупались. В штат пошли такие колеса. Установили узкие на новых ступицах, чтобы вот эту строчку не закатывать. Точно так же стоит устройство для прорезания под вот эту рабочую секцию. После колеса трактора прорезает глубину. Регулируется глубина и регулируется относительно сошника расстояние. Повторюсь, полностью готова к работе. Приобрести ее можно в любое время, по любой форме оплаты. Наличный расчет, безнал. Также можно приобрести в кредит. Сеялка 2013 года. Сейчас покажу табличку. Приводится, значит, подключается к трактору через ВОМ. Вот переходник ВОМа. Он снимается. Здесь он на штатном месте крепления. И в штатной системе гидравлики трактора также подключается. Первая турбина приводится от ВОМа. Вторая турбина, которая для удобрения от ВОМа приводится, которая для семян приводится от гидравлики трактора. Работает за счет избыточного давления. Маркера все есть. Турбины все на месте. Сеялки готовы к работе. Также, кроме просто простого приобретения, мы можем с вами меняться. Мы являемся официальным дилером тракторов МТЗ по Волгоградской области. Поэтому принимаем к обмену трактора МТЗ абсолютно всех моделей. Также принимаем трактора Т-150, К-700, К-744. Трактора иностранного производства. Некоторые виды рассматриваются к обмену. Очень много видов сельскохозяйственной техники. Такие как прицепное, навесное оборудование. Плуги, сеялки, культиваторы и так далее. Все будет рассматриваться к обмену. Каждое обращение индивидуально будет рассматриваться. Поэтому пишите нам, звоните и обязательно приезжайте к нам в гости. Мы находимся в городе Волгоград, историческая 183. Агросалон Boston Technic.